Мы аккуратно с вами ложимся. Беремся в замок на дыре. Головой тянемся к коленкам, это положение силы. Дышим по возможности ровно. Потом, чувствуя точку над локтем, начинаем перекатываться. В одну сторону и в другую. И вдох выполняется посерединке, выдох в одну из сторон. После нескольких таких перекатов. Мы поправляем себя в пространстве, чтобы затылком ни обо что не ударяться. И начинается более глубокий перекат. Это плечи ступни. И после очередного раза мы либо гасим движение, берем себя под коленки и натягиваем ноги. Либо мы, что называется, после очередного переката зависаем вот в этом положении. Но при учете того, что у вас более-менее оно получается, и что вы не начинаете вот так пытаться поймать равновесие туда-сюда, либо на согнутых руках пытаетесь выжать ноги вверх. Пока этого не нужно, это что называется, если у вас не получается сегодня, лучше сделать вот такой момент, чем пытаться сделать элемент, на который пока ваше тело не способно. Вот, собственно, остальное пойдет потом. Сейчас давайте определяйтесь пространство для себя.